Отменить АСП и повысить сумму детского пособия предложили мажилисмены сразу же до размера минимальной заработной платы до 70 тысяч тенге на одного ребенка. С депутатским запросом выступила Гаухар Танашева. Народная избранница возмущена суммами социальной поддержки. Сегодня государство выплачивает 13 826 тенге в месяц на одного ребенка. На четверых детей эта сумма едва ли превышает 55 тысяч тенге. Мажилисмен озвучила сумму, которой будет достаточно в нынешних реалиях для такой семьи – 280 тысяч тенге. Механизм оформления адресной социальной помощи депутаты вовсе назвала сложной и унизительной. Чтобы претендовать на АСП, многодетным неработающим мамам нужно пройти сотни испытаний. Лучше отменить эту выплату, а детское пособие повысить. 13 826 тенге в месяц – неразумно маленькая сумма соцподдержки. С учетом постоянного роста инфляции, отсутствия жилья, работы, предлагаем рассмотреть пособие из расчета одной минимальной заработной платы на ребенка.